Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы будем сейчас начинать нашу конференцию, опаздывающих уже не ждем. Я понимаю, что многие забыли уже привычечку по понедельникам ходить на новостные конференции, но ничего страшного, будем ее возрождать. Сегодня новости, в принципе, достаточно интересные будут, поэтому если ваши партнеры пока что еще не подошли, обязательно их пригласите. Если ваши спонсоры не в курсе, тоже их пригласите сюда. Ну и мы, в принципе, начинаем. Если кто-то даже сегодня не будет присутствовать, думаю, что видеозапись он всегда сможет посмотреть на нашем официальном канале или сайте. Давайте для начала проверим качество связи. В чат поставьте несколько плюсиков, если сейчас меня хорошо слышите. Окей, вижу. Ну, в принципе, этого достаточно. И я чат закрою. Чуть позже мы вернемся к вопросам, поэтому внимательно слушайте материал. Если вдруг вопросы по нему будут возникать, то записывайте их, и в конце конференции я обязательно к ним вернусь и отвечу на них, если возникнут. Так, давайте начнем. Уже в течение, наверное, более чем недели в ваших личных кабинетах преобразился вот таким образом раздел «Левая колоночка». Теперь это блок, называемый «Будь в курсе». И, как мне кажется, очень-очень здорово он у нас вписался сюда. И служит он для того, чтобы вы могли, ну, соответственно, вы, ваши партнеры, новички, сейчас расскажу, у кого этот блок отображается, у кого нет, чтобы все могли оперативно получать самую свежую информацию, но и не только получать ее, в принципе, раздел новости, он и до сих пор был у нас и будет всегда, но и принимать участие в обсуждениях, лайки ставить, комментировать, делать репосты, задавать какие-то вопросы по тематике той или иной новости, и, в принципе, получать эти самые новости в новостную ленту той или иной социальной сети, которой вы привыкли пользоваться. Если вы уже пытались разобраться с этим виджетом, то, наверное, находили сверху такую шестереночку и могли наблюдать, что при клике на нее можно выбрать несколько вариантов виджетов новостных. По умолчанию для русскоязычной аудитории у нас стоит виджет ВКонтакте. Это самая популярная среди нашего, по крайней мере, сообщества социальная сеть. И на выбор русскоязычному населению у нас доступны еще Facebook и Twitter. Ну, в принципе, Твиттер лично я не рассматриваю как полноценную новостную ленту, потому что там все-таки коротенькие сообщения. Может, кому-то нравится, может быть, просто я не умею им хорошо пользоваться. Ну вот я бы предпочел или ВКонтакте, или Фейсбук. Хотели мы еще сделать Одноклассники, но почему-то у Одноклассников отсутствует такого рода новостная лента, есть только виджет группы. Ну, это не так сильно нам здесь интересно, поэтому... Если вы видите кнопочку «Подписаться на новости» или «Присоединиться к группе», то обязательно это сделайте в этом виджете. Обязательно, в общем-то, сделайте это в отношении всех остальных официальных групп, независимо от того, часто вы там бываете или не часто. И будьте на виду. То есть это наша самая главная вам рекомендация. Это проявлять активность ежедневную. Ну, если вы не можете позволить себе ежедневную, то хотя бы несколько раз в неделю появляйтесь на публике, принимайте участие в обсуждениях, отвечайте на какие-то вопросы новичкам, ставьте лайки, делайте репосты. В общем, будьте на виду, да. Почему это очень важно для вас? Потому что говорю открытым текстом. Независимо от того, что в официальных группах у нас запрещено оставлять реферальные ссылки, запрещено вести какую-либо агитацию, прямую, скрытую, ну, или что-то в этом роде, да, все это блокируется, это недопустимо. Но
Когда вы проявляете активность, вас замечают, с вами обязательно знакомятся. Нашу группу посещают не только участники, ее посещают и новички, которые только-только принимают решение о том, чтобы присоединиться к проекту. Вполне возможно, они еще не определились со своим наставником, то есть с тем человеком, кто в итоге будет их информационным спонсором, под кем они начнут активно строить свою партнерскую структуру, и поэтому, если вы на виду, если вы представляетесь аудитории как опытный, адекватный и знающий участник, то я уверен, что с вами обязательно свяжутся, ну и как минимум познакомятся, да. Я не говорю о том, что обязательно станут именно вашим партнером, хотя это тоже не исключено. Ну и вы сами заметите, как у вас пойдут дела лучше, если вы будете просто-напросто проявлять эту активность. Ну, как минимум, будете в курсе всех новостей, будете обсуждать эти новости на равных, предлагать какие-то свои, может быть, идеи. Мы всегда к ним прислушиваемся и, ну, в общем-то, всегда очень за, если наши участники их выдвигают. Ну, идеи умные, конечно же. Дальше. Давайте посмотрим еще на одно очень важное обновление, как оказалось, да, то есть, в принципе, мы так вот подумали, что почему бы нам не обновить главную страницу уже. Достаточно долгое время у нас висит один приевшийся немножечко приевшаяся фраза о том, что можно зарабатывать более 10 тысяч долларов в месяц, просто помогая людям. Мы решили ее обновить, да, ну, просто вот ради интереса. Были мнения, что сумма, которая там написана, ну, как, в общем-то, и любая другая сумма в долларах, которую предлагается зарабатывать, она, в общем-то, частью аудитории сразу же моментально воспринимается как, ну, нечто неприемлемое для него. То есть, если он заходит на сайт, а там его предлагают зарабатывать, то, скорее всего, это не для него, и он сразу уходит. Но мы решили, в общем-то, это немножечко изменить. И сделать вот такой вот, такое креативное начало. Эта фраза, наверное, всем вам известна. Она у нас с самого-самого начала. GoFly International еще актуальна. И, в общем-то, сегодня не меньше. Скажу вам прямо то, что наше наблюдение сейчас статистики достаточно интересно радует, потому что статистика раза в полтора сразу выросла. Но я, конечно, не буду говорить, что это произошло только лишь из-за одной этой фразы, да, тут комплексно мы развиваемся со всех сторон, и реклама, и различные нововведения, вот, но, тем не менее, это уже выглядит в плюс, и дальше мы посмотрим, будут у нас еще разные интересные виды главной страницы появляться, может быть, и шапочка будет меняться. Ну, идем мы по нарастающей. И вот еще хочу вам сказать о том, что предварительные результаты нашего АБ-теста, которые мы проводили в течение, ну, с разных точек зрения мы его проводили, соответственно, и за последние несколько недель у нас работает сайт в таком режиме, что одной части аудитории, ну, совершенно случайно система сама выбирает, кому открывать такой вариант, кому другой вариант. Какие варианты? Первый вариант – это просто сайт, ничего в нем необычного нету, человек ходит, смотрит, если ему нужно. Второй вариант – тот же самый сайт, но после того, как человек немножечко проскроллит страничку вниз, у него автоматически открывается модальное окошко с предложением посмотреть видеоролик. Ну, так и написано, как сейчас перед вами. Смотрите, как это работает. Причем видеоролик сам не запускается, не шокирует. В общем-то, это не очень удобно, когда видео само запускается, согласитесь, да, не каждый готов его смотреть прямо здесь и сейчас. Может быть, даже просто потому, что не готов звук включать. И дальше вот мы решили провести этот АБ-тест. АБ-тест показывает, что как минимум в два раза эффективнее именно автоматическое открытие
странички с роликом. Я не говорю, что самого ролика, потому что ролика пока что не планируем, чтобы он автоматически запускался. Мы будем продолжать этот тест еще, потому что хотим получить, собрать большую базу для, в общем-то, адекватного именно теста, чтобы исключить случайности. Но вот предварительно, да, можно уже сказать, что автоматическое открытие этого окошечка влияет очень-очень положительно. И несмотря на то, что немножечко меньше при нем регистраций, действительно, это так, да, вот то, что люди меньше регистрируются, но намного больше активируют свой аккаунт и намного больше оказывают финансовую помощь. С чем это может быть связано? Я думаю, что это связано с осознанностью, да, то есть когда люди регистрируются, ничего не глядя, там просто где-то найдя кнопку, а потом вдруг сталкиваются с необходимостью активировать аккаунт, они просто-напросто не понимают, почему им вдруг тут предлагают заплатить что-то, да, и уходят. Вот, наверное, с этим это связано. Давайте пойдем дальше. Наверное, не все пока что в курсе, но мы выполнили свое обещание и возродили на нашем сайте блог с видеоотзывами. Причем мы решили все-таки вернуть наш золотой фонд видеоотзывов, который у нас накопился за долгое время. То есть у нас большое количество видеоотзывов от участников из различных стран мира уже было на платформе GoldLine International. И из некоторых соображений мы эти отзывы после того, как наш проект стал называться «Всем миром», мы их убрали, чтобы, в общем-то, чтобы людей не вводить в заблуждение, наверное, да? Но на сегодняшний день мы пришли к выводу, что все-таки это большая ошибка. И видеоотзывы имеют, если не главное, то очень и очень весомое значение в принятии решений. Поэтому на главной странице, вот то, как вы сейчас это видите здесь примерно, это выглядит. Блок с текстовыми отзывами теперь дополнен блоком видеоотзывов, которые можно листать, которые можно смотреть. Здесь они все представлены. Если вы один из них откроете, то увидите вот примерно такое окошечко, модальное окошко, в котором точно так же можно пролистать все имеющиеся видеоотзывы. Можно лайкнуть, если вам этот отзыв понравился. Можно посмотреть, кто оставил этот отзыв. И что еще можно увидеть? Ну, можно увидеть вот что. Как раз мы таким образом вышли из положения, чтобы люди не были в некотором заблуждении, когда услышат слово GoldLine International, потому что, в принципе, те отзывы, которые оставлены со времен GoldLine International, они именно это содержат, да? Хотя это одно и то же. Hello, GoldLine International – это имя одного и того же проекта нашего 2011 года. Так вот, в каждом видеоотзыве, который относится к GoldLine, имеется такая пометочка, которую можно, в принципе, закрыть, если человек с ней ознакомился. Hello, всем миром – это новое имя проекта GoldLine International с 1 октября 2014 года. Мы дополнительно, наверное, напишем подробное описание в хелп-центре, а может быть еще где-то, о том, какими этапами развивался и развивается наш проект, для того, чтобы эта частичка истории не оставалась где-то на этапе додумок, домыслов там и так далее, да, чтобы люди не думали, а почему так произошло, а действительно ли GoldLine International это одно и то же, или может быть что-то здесь другое и так далее, так далее. То есть все это мы опишем, и все будет общедоступно. Думаю, что здесь нету никаких моментов, которые стоило бы недосказанными оставлять. И вот раздел, собственно, отзывов участников, где есть такой раздел
все отзывы, да, можно сказать, показать все. И здесь у нас присутствуют фильтры. Фильтры по странам, фильтры по языкам или сортировочка в зависимости от порядка. Ну, например, показать самый новый, показать самые понравившиеся или, может быть, в случайном порядке. Теперь здесь одновременно точно так же находятся и видео, и текстовые отзывы. Мы решили, что это будет правильнее, чтобы не переводить людей на вкладки отдельно видео, отдельно текстовые, потому что никто не любит никакие вкладки ходить, а тут все будет на виду. Единственное, что хочу сказать, что сейчас еще наши техники там что-то химичат, можно так сказать, и некоторые фильтры могут работать еще не совсем корректно, где-то что-то может, ну, соответственно, какие-то мелкие ошибочки появляться, но я думаю, что за сегодня-завтра это все наладится. Теперь, что еще хочу сказать? Хочу анонсировать то, что, конечно, мы заинтересованы в накоплении и продолжении накоплений нашей замечательной базы видеоотзывов. Причем все эти отзывы оставлены действующими участниками. Они не фальсифицированы, не снятые на заказ. Это стоит знать и понимать. То есть каждого этого участника, в принципе, можно найти где-то в соцсети и так далее, и так далее. Думаю, что они вам с удовольствием подтвердят, что это видеоотзывы их. И хотелось что сказать. То, что мы будем продолжать эту самую, это накопление. И для того, чтобы вам было интереснее это делать, мы в скором времени снова объявим конкурс видеоотзывов. Снова учредим хорошие, ценные призы за тройку призеров, а может быть и вообще всем участникам видеоотзывы, которых будут принимать участие в этом конкурсе. И, конечно, каждый из вас сможет точно так же здесь оказаться. Кроме того, будут интересные у нас технические донастроечки. Я вам сейчас вкратце расскажу о них. То есть вот сейчас текстовых отзывов очень-очень много, там больше 500 штук уже, это только после того, как мы сайт обновили, да, это не считая старых. И участники спрашивают нас, ну вот хотел он показать свой текстовый отзыв своим партнерам, начинает его искать и не находит, спрашивает нас, а как, а что, да, ну вот таким образом там сделана техника, что на главной странице они все отзывы выводила. Сейчас, по-моему, в разделе он все подгружает, но все равно долго искать. Для того, чтобы вам было проще, мы разработаем, наверное, уже вот в данный момент техники над этим работают, может, уже завтра у вас появится такая возможность, это взять ссылочку на конкретный либо текстовый отзыв, либо на конкретный видеоотзыв, причем эта ссылочка сможет быть и реферальной. То есть вы просто сможете дать своему потенциальному партнеру несколько на ваш выбор каких-нибудь интересных видео или текстовых отзывов, которые вы бы хотели, чтобы он прочитал в первую очередь или посмотрел. И после этого он, если примет положительное решение об участии, станет автоматически вашим лично приглашенным партнером и зарегистрируется в вашей структуре. Точно так же вы сможете сделать и со своим личным отзывом, если у вас таковой будет иметься. Ну а для того, чтобы такой отзыв у вас имелся, в принципе, достаточно просто желания, ну и умения либо снять видео, либо грамотно составить свой отзыв и отправить его к нам. Это можно сделать в разделе «Профиль» в правой колонке. Я сейчас здесь не показываю, каждый знает, где у вас находится в кабинете раздел «Профиль». Зайдете и не промахнетесь. Там увидите кнопочки «Текстовый отзыв», там же увидите и «Видеоотзыв». Вот такие новости. Ну а по поводу конкурса будем ждать. Я думаю, что в ближайшее время мы его официально объявим. Ну а вам вот так вот
инсайт информацию я уже передал, поэтому можете думать и готовить какой-нибудь интересный сценарий. Можете пойти посмотреть, что наснимали наши участники со времен GoFly International на сайте, если еще не смотрели эти отзывы. Все они, кстати, имеются на нашем официальном канале YouTube теперь. И точно так же там доступны. Ну, а мы идем вперед. Какие еще интересные дополнения появились? Обновился чат онлайн-консультанта, LifeHelp так называемый, и теперь он еще более высокотехнологичен, еще более заметен, и, в принципе, ваши партнеры теперь точно заметят, если им необходимо будет получить поддержку, то смогут это сделать. На сегодняшний день у нас на сайте работает два онлайн-консультанта. К сожалению, конечно, не 100% времени они находятся на связи, но практически в рабочее время всегда они имеются. Так вот, внизу видите, да, ярлычок. Раньше он был справа, справа сбоку, сейчас он снизу. Оранжевый ярлычок. Начать чат с консультантом. Причем он виден как на внешнем сайте, так и в ваших личных кабинетах. Если на него кликнуть, то вам будет предложено начать чат, и будет сказано о том, что будем рады ответить на ваши вопросы, и всего лишь навсего нужно заполнить, да, ну, во-первых, ваше имя, во-вторых, свой, собственно, вопрос. После этого чат будет начат, и к вам подключится онлайн-консультант, который в настоящий момент находится на линии, и ответит на все ваши вопросы, если они у вас, конечно, имеются. Ну, то есть можете не бояться, это ничем вам не грозит, если вдруг вы ни разу не пользовались этим чатом, просто попробуйте, как он работает. Думаю, что вам понравится. Кроме того, этот чат работает и на мобильных платформах. Ну, в общем-то, все здесь предусмотрено. Наш партнер LifeText – это очень давний наш партнер, и работаем мы с ними успешно. Ну и поскольку, помните, да, что мы говорили об обновлении технологической платформы нашего сайта, и то, что теперь он более оптимизирован для работы на различных мобильных устройствах, то и еще одно обновление, которое как раз этому очень хорошо будет в помощь. Обновился ваш сертификат. В общем-то, сертификат – это основной документ, так сказать, участника. И во взаимоотношениях участников как раз сертификат все и решает. Да? То есть смотрели видеоролик, как это работает, знаете, каким образом сертификаты участвуют во взаимоотношениях между участниками, каким образом они определяют адресатов финансовой помощи, наглядно это все показывают. И были некоторые у нас проблемки, в общем-то, давно не обновлялся сертификатик, там уже наросло достаточное количество неудобств, и мы их здесь решили. Ну, во-первых, сделали его почетче, покрасивее, во-вторых, имена теперь влезают полностью, ну, практически в 99% случаев. Если раньше длинное имя, если у кого-то было, то оно вылезало за аж за край поля, ну, потому что находилось на одной строке с городом. Кроме того, к городу мы добавили страну, потому что практика показала, что название города иногда и, в общем-то, и не говорит, из какой он страны, да. Попробую угадай, называется. И, соответственно, теперь это видно. Никаких флажков, никаких аватарок мы делать здесь не стали. Хотя, ну, были такие предложения. Вот, устраивать цирк с сертификатом мы не будем. А вот еще одну интересную технологическую деталь мы предусмотрели. И это так называемый QR-код, который появился в нижней части сертификата, вот этот вот квадратик с незамысловатыми
точечками внутри, это и есть QR-код. Для чего он нужен и с чем его едят? Ну, если кто-то знает, то, конечно, улыбнется. А как и показал опрос наш в группах, больше половины участников на самом деле и не в курсе вообще, для чего нужен QR-код и как им пользоваться. Так вот, скажу вам, то, что QR-код – это такая вот современная возможность считывание информации, ну, если так в общем виде сказать, да, в QR-коде зашифрована некоторая информация. В том числе в QR-коде может быть зашифрована ссылка, да, именно ваша реферальная ссылка. При сканировании этого QR-кода, а сканеры QR-кодов на сегодняшний день имеются во всех смартфонах, ну, даже если где не имеется, то приложение всегда можно скачать. И очень легко и просто наводите камеру на этот QR-код, и в один момент он его сканирует и моментально переходит по ссылочке, которая там заложена. А там заложена ваша реферальная ссылка, да? И человек автоматически попадает на сайт по вашему приглашению. То есть, что это значит, наверное, вам объяснять не стоит. Это очень удобно. Ну, вот такой QR-код находится на сертификате, а в ближайшее время мы добавим в ваш личный кабинет возможность генерировать QR-коды на, во-первых, ваши ссылочки реферальные, ваши ссылочки уникальные, и, возможно, даже на отдельные видеопрезентации, на отдельные видео это все можно будет делать. То есть просто взять, получить QR-код, ну, я не знаю, куда вы его захотите поставить, может быть, на свою визитку наклеить, а может быть, на соседний почтовый ящик. В общем-то, фантазии здесь может быть абсолютно много. Ну что ж, остановились на QR-кодах. В ближайшее время это обновление также будет у нас интегрировано. Ну а ваши сертификаты вы уже можете скачивать в ваших личных кабинетах. Это вам доступно, в общем-то, и в разделе «Центр управления», и в разделе «Ссылки для приглашения», «Рекламные материалы». И что хочется сказать, ну, во-первых, то, что после того, как вы скачаете свой сертификат, он вам будет доступен в максимальном качестве, потому что на режиме предпросмотра он может вам показаться не совсем качественным, но на самом деле это не так. Обязательно посмотрите, чтобы ваши контактные данные, которые вот здесь вот внизу будут указаны, соответствовали вашим истинным контактам. Если вдруг они не такие, какие есть на самом деле, то есть если вдруг по ним невозможно с вами связаться, то измените их таким образом, чтобы они были актуальными. Это можно сделать в вашем профиле. И, в общем-то, все, сертификат готов, можете его распечатать. Я вам советую это делать, опять же, в высоком качестве, в цветном формате. Можете прибегнуть к услугам типографии любой абсолютно. Ну, в небольшом тираже вам это распечатают, небольших денег это будет стоить, но, по крайней мере, вы получите интересные презентационные материалы, можете даже заламинировать для себя такой сертификатик и всегда носить с собой. Просто-напросто для того, чтобы можно было наглядно продемонстрировать в материальном отображении то, как работает система. Потому что не все иногда понимают, глядя на видео, и нужно вот так вот на пальцах иногда объяснить. Ну и, в принципе, можете даже его использовать как рекламный материал, теперь это еще удобнее делать. А что еще хочется сказать? Так, некоторую информацию хочу вам напомнить, то, что в ваших личных кабинетах доступен просмотр ваших вышестоящих партнеров. То, что раньше у нас было очень-очень сложно обнаружить, там в разделе «Транзакции» нужно было это искать, сегодня вынесено вот такую вот ссылочку «Показать вышестоящих спонсоров». Ну, если вы
уже действующий участник, то у вас этот блок находится в разделе «Профиль», там, где ваш информационный спонсор, ниже есть кнопочка «Показать и вышестоящих спонсоров». То есть еще 6 человек там будут. У этих 6 человек вы также найдете контакты. Это какие контакты могут быть? Это могут быть телефон, это может быть email, это может быть Skype и, конечно же, аккаунты в соцсетях. Но аккаунты в соцсетях, наверное, это самая актуальная информация, через которую можно оперативно связаться. Почему самая актуальная? Ну, потому что у нас привязка соцсетей осуществляется исключительно через авторизацию в своем профиле. То есть нельзя случайно ошибиться и привязать какой-то несуществующий профиль. Да? Поэтому, как правило, эти люди находятся через вот эти вот свои профили в соцсетях. Я вам рекомендую, во-первых, свои соцсети обязательно указать в профиле, чтобы вас точно так же могли находить на нижестоящие и вышестоящие партнеры. И, в общем-то, знакомьтесь со своей командой, налаживайте командные связи и делайте это. Ну, а email, Skype никто не отменял, телефон, в принципе, тоже. А вот что касается имейлов, да, еще одна такая вот новость на минувшей неделе, а может быть даже и раньше, потому что сообщения от наших партнеров приходили и раньше, то что вдруг неожиданно они перестали получать письма, email уведомления от нашей компании. А уведомления какого характера у нас бывает? Ну, в принципе, важные, да, то, что у вас зарегистрировался партнер, то, что вы получили финансовую помощь, может быть, какие-то новости пришли, может быть, что-то еще, но в принципе, самое главное, это, наверное, общение с партнерами, да, всех интересует. Так вот, вдруг они перестали приходить, и, как выяснилось, это касалось адресов на сервисе Mail.ru. Но сразу отмечу, то, что это не первый день такая новость происходит, и не только у нас, а это вообще массово по всему интернету. Mail.ru славится своим неадекватным характером настройки антиспам-фильтров, которые вот берут просто и начинают не пропускать вообще даже в папку спам, да, и вот пойми их почему. Но в итоге мы эту проблему решили, потому что письма вообще не доходили на Mail.ru. И на сегодняшний день, вот я сегодня тестировал с утра, приходила в папку спам. Как сделать так, чтобы вы эти письма все-таки видели, потому что когда приходит письмо в папку спам, оно, то есть Mail.ru его не показывает. Ну, в общем-то, как и другие сервисы тоже, иначе какой смысл его фильтровать в папку спам, да, если оно вас будет отвлекать. То есть для того, чтобы обнаружить там письмо, вы должны принудительно зайти в эту папочку, поинтересоваться, а нет ли там чего-нибудь интересного. Так вот, я вам советую обязательно время от времени посещать свой почтовый ящик, то есть если вы вдруг пользуетесь сбором писем через какую-нибудь почтовую программу, то там не всегда папка спам отображается. Вот. Рекомендую вам заходить на сервер, будь то Mail.ru, Gmail.com или любой другой ящик, Яндекс, например, и папочку спам смотреть, а не попала ли туда какая-нибудь нужная вам корреспонденция. И если вдруг вы обнаружите, что она туда попала, то делайте очень простую вещь. Отмечаете нужные письма и кликаете, что это не спам. И, о чудо, после этого письма от этого отправителя начинают поступать к вам как нормальные письма, папку входящие. Ну и стоит ли говорить о том, что, в принципе, это отражается и на общей репутации отправителя для всех остальных получателей. То есть, чем больше у нас участников отмечают, что это не спам, что это ошибка, ну, тем больше спам-фильтры понимают, что они ошиблись и не нужно больше так делать. Вот. Поэтому рекомендую вам так делать. И если вдруг ваш партнер говорит, что не получил ничего, то рекомендуйте ему зайти в папочку спам на своем ящике и проверить. Если вдруг и там ничего нет, то сразу нам об этом сообщайте, мы, соответственно, будем принимать меры. Но вообще сервис Mail.ru я вам не рекомендую использовать как сервис для вашего бизнеса, потому что, ну, нехорошо, когда
кто-то за вас решает, что вам читать, а что не читать. Я, кстати, спам очень люблю читать, и там иногда очень много полезного происходит. Вот. А наши письма-то, в общем-то, красивые, почитать их стоит, да, вот примерно так они выглядят, и очень обидно, если они не будут доходить нашим партнерам. Так, ну, приближаемся мы плавно к финалу. Есть еще несколько интересных новостей. Так, это у нас информация о текущем состоянии рейтинга ТОП-10, который у нас приближается к своему логическому завершению в марте месяце. Осталось буквально неделька до объявления победителей. И, соответственно, есть смысл побороться за ценные призы. Это денежные призы за первые три места. 300, 200 и 100 американских долларов. И подключение услуги «Бизнес-автомат» для остальных 7 человек, которые займут с 4 по 10 места в рейтинге ТОП-10 по итогам марта месяца. А что для этого нужно сделать? Ну, все, в общем-то, очень просто. Чем больше благотворителей в этом месяце станут таковыми по вашей рекомендации, тем выше вы подниметесь в этом рейтинге среди других участников, и тем больше у вас будет шансов на победу. Ну, в общем-то, вы видите, и значения здесь совсем даже и не какие-то супер недостижимые. Каждый человек это за неделю может сделать при определенном желании. Ну а услуга «Бизнес-автомат», которая будет подключаться, немножечко о ней еще расскажу, потому что в последнее время очень мало внимания ей уделяем, а она на самом деле работает все активнее и активнее. И вот в последнее время, когда мы включаем сейчас обновление, как я говорю, в полтора раза увеличивается количество людей, которые регистрируются, ну и регистрируются осознанно, это уже радует. В ваших кабинетах, кстати, появился вот такой вот интересный баннерочек, который рассказывает вам о том, что ежедневно сотни людей регистрируются в Whoworld без личных приглашений других участников и спрашивает вас, а не хотели бы вы получать их в свою структуру. В общем-то, услуга «Бизнес-автомат» это и есть не что иное, как сервис, который распределяет этих свободных рефералов между спонсорами, которые подключили такую услугу. Поэтому вы можете это сделать при наличии свободного количества мест. Оно постоянно изменяется каждый день, поскольку каждый день новые места занимаются, каждый день, в принципе, и освобождаются какие-то места, которые были заняты 30 дней назад. То есть услуга подключается на 30 дней. И можете посмотреть видео, как она работает. Думаю, вам все будет понятно. От 35 долларов за место это вам доступно. Так, ну еще есть новости интересные. Уникальные ссылочки. Тоже вам знакома эта услуга. Это возможность изменить свою реферальную ссылку, наверное, даже не изменить, ссылочка ваша реферальная всегда останется такой, как она и есть. Это возможность создать дополнительную ссылочку, которая будет выглядеть ровно так, как вы захотите. Сегодня там доступно, по-моему, около 20 или чуть меньше доменных зон. Что такое доменные зоны? Это .ru, .com, .net и так далее, так далее. Да, это вот доменная зона. Кто-то, кто в курсе событий на рынке доменов вообще, наверное, знает, что в последнее время очень сильно изменилась вообще политика доменных зон. И на сегодняшний день вот эти вот привычные .ru и .com это... Но это очень и очень малая часть того, что на самом деле имеется. И в ближайшее время мы предоставим вам такую возможность выбирать для себя доменные зоны в огромном просто количестве определений. Ну, вот некоторые из них здесь перед вами. То есть вы сможете сделать себе ссылочку в зоне Pro, в зоне Expert, Money, Business, Guru, Global.
International Drift Fund и так далее. То есть множество, очень большое количество доменных зон будет вам доступно. Ну, в том числе, конечно, никто и не отменит привычные вам .ru, .com и так далее. Вот. Но намного большее количество будет вот этих вот геозон. И кроме того, вот сейчас анонсирую, наверное, не рано, но все-таки сделаю это. Для чего еще вам понадобятся в ближайшее время ваши уникальные ссылки? Для того, что вы их сможете настроить не просто как реферальную ссылочку, а как прямую ссылку на свой собственный лендинг-пейдж. То есть можно сказать сайт-визиточку, можно как угодно по-другому обозвать, но факт в том, что в настоящее время наши дизайнеры приступили к разработке персональных страничек. Они будут представлены в нескольких вариантах. То, что сейчас перед вами, в принципе, это не значит, что он так и будет выглядеть. Это просто маленький набросочек. Вот сейчас вам просто показал. И каждому участнику будут они доступны. Я не скажу, на каких условиях сейчас. Думаю, что и на бесплатных условиях, конечно же, мы будем их предоставлять. Вот, может быть, в качестве бонуса за какие-то заслуги, может быть, немножечко платную систему сделаем, ну и так далее, так далее. То есть, но, тем не менее, это будут уже исключительно ваши сайты на ваших доменах, с которых уже человек сможет перейти на официальный сайт и зарегистрироваться. То есть, это как раз решение очень большого количества задач, которые мы давно хотели решить. Будет здесь и персонализация, то есть сможете вы поставить сюда информацию, которая будет рассказывать о вас, как о человеке, который в данный момент предлагает что-то на этом сайте. Будут здесь и видеоотзывы присутствовать, будет здесь, наверное, и монитор транзакций каких-то присутствовать. Но мы не хотели бы делать лендинги, в общем-то, копии официального сайта, поэтому постараемся сделать их просто красивыми, просто технологичными и, самое главное, эффективными в плане КПД, то есть конверсии, что трафик, который будет попадать на них, обязательно будет конвертироваться в зарегистрированных участников. Вот эту основную цель мы сейчас соблюдаем, разрабатываем, и думаю, что уже очень-очень скоро, в течение ближайших недель, наверное, сможем вас побаловать таким обновлением. Ну, в принципе, это все новости, которые я сегодня хотел до вас донести. Что-то, может, не рассказал, что-то еще опубликуем в течение недели в наших группах в разделе «Новости». Следите. Ну, а, кстати, может быть, несколько вопросиков еще у вас остались. Давайте я включу чат. И если они у вас имеются, пожалуйста, напишите. Может быть, по каким-нибудь ошибочкам что-то вы заметили. Может быть, что-то не так работает. Чат открыт. Так, Александр, какова основная причина не перехода ко второму шагу активации аккаунта? Есть какая-то статистика перехода зарегистрировавшихся в благотворители? Спасибо. Есть статистика, это около 10-15% от общего числа зарегистрированных. Это вот такая статистика, да, действительно она имеется. Какова основная причина? Ну, я уже выражал несколько предположений. Конечно, мы постоянно над этим работаем, думаем тоже в наших интересах, чтобы как можно больше процент от зарегистрировавшихся участников в итоге становились участниками активными. Причин несколько. Первая причина – это неосведомленность, да, вот это плохое изучение материала. То есть, когда человек просто-напросто
с наскоку регистрируется, а потом уже только начинает разбираться, что к чему. Это первая причина. Вот. Вторая причина – это плохая работа информационного спонсора с таким клиентом. То есть после того, как человек зарегистрировался, у него все-таки остаются сомнения. И вот тут важно, чтобы его взял под контроль опытный информационный спонсор, который готов ему подсказать, объяснить и все его сомнения развеять. Третья причина – это сумма. Возможно, это большая сумма, которую человек на данный момент не может себе позволить. В этом направлении, да, я не сказал сегодня, но в этом направлении мы также работаем, и могу вам сделать некоторую инсайдерскую информацию, дать, что будут возможности участия по более доступным вариантам в нашей системе в ближайшее время. Как именно это будет, не скажу. Но это будет, и это будет работать, я считаю, отлично. Поэтому следите за новостями, мы в этом направлении также работаем. Еще причины, которые были. Ну, причины технологического характера, то, что нужно работать с клиентом после того, как он зарегистрировался, в том числе email, SMS, рассылками. В последнее время мы это стали делать намного активнее, чем раньше. Ну, вот. Раньше, соответственно, было некоторое наше упущение. Много причин. Соответственно, решений также... Одного решения нет. Нужно комплексно подходить. Много писали о том, что не все могут сразу оплатить вход в компанию. Будет ли введен поэтапный вход? Так, ну вот, да, ответил я. Поэтапный. Ну, не будем сейчас говорить, как именно это будет происходить, но скажу, это будет доступно для всех. Вот абсолютно для всех, даже я думаю, что доступнее, чем вы думаете. Нет, нет, не будем возвращать никаких процентных благотворителей, Ирина. Мы их убрали не для того, чтобы их возвращать, не бойтесь. По поводу личных карточек, которые можно будет заказать в компании. Есть ли информация? Нет, Сергей, не беспокойтесь. Как только информация появится, она сразу же у нас появится в новостях, потому что мы сами очень горим желанием как можно быстрее начать выпуск этих карточек банковских, брендированных. Ну вот, связь с Китаем долгая. И, к сожалению, не все от нас только зависит. Еще, пожалуйста, вопросы. В принципе, код на сертификатах работает на планшетах и телефонах. Райхан, он работает абсолютно на любых устройствах, которые его имеют возможность считывать. Но планшеты и телефоны в первую очередь, конечно, на это адаптированы. Просто, если вы не знакомы с этим, ну, наберите в поисковичке QR-код, например, да, и почитайте, что это такое, как его сканировать. Ну, если у вас не знаете, как сканировать QR-код, можете набрать в магазине приложений сканер QR-кодов, например, да, и вам там какое-нибудь приложение удобно вылезет. Можно ли получить примеры мотивационных писем, которые нужно отправить зарегистрировавшемуся? В данный момент, к сожалению, нельзя, да, на конференции я не могу дать таких примеров писем. А вообще, у нас есть в планах нечто подобное, но не касаемо писем, а в первую очередь касаемо информационных текстов относительно презентации, да, все, что касается, что вы сами, может быть, не способны придумать, вот это вот мы скоро такой блок информационный сделаем. Почему мы не хотели бы за вас думать и давать вам шаблоны писем? Ну, просто-напросто потому, что если мы дадим какой-то шаблон, то вы же начнете его массово рассылать, и уже завтра он окажется в спаме. Да? Ну, мы же знаем, что люди не любят вообще ничего делать. Они просто берут, копируют, отправляют, а значит, это спам.
А значит, письма не дойдут до ваших пользователей. Привыкайте работать своей собственной головой, но не так уж это сложно, поверьте. Представьте, что вы хотели бы услышать от своего спонсора, когда зарегистрировались. Да? Ну, просто представьте, ну, импровизируйте, в конце концов. Не бойтесь, вас же никто не отругает за это. Гораздо хуже, если вы ничего делать не будете. Ну, вот так как-то. Поэтому до сих пор никаких шаблонных писем мы не предоставили. А вот что касается шаблонов приглашений, то почему бы и нет? Потому что, в принципе, это, да, обучающие конференции. Но, Ирина, готова вы на обучающую конференцию прийти в качестве спикера? Я вам предоставлю такое право. Ну вот, к чему же. Ну вот да, Сергей, по моему мнению, приглашать людей – это самая легкая работа. Ну, кстати, вот да, Сергей, я с вами абсолютно солидарен и всегда говорю, что стать миллионером всего лишь приглашая, так это мечта. Да? Почему люди так боятся приглашать-то? Да, тем более, что и приглашать-то особо не надо. Надо просто передать людям информацию. А там уже все сделают, рекламный материал за вас. Вам останется ответить только на вопросы. Ну что ж, давайте на этом завершим сегодняшнюю новостную конференцию. Ее запись появится в ближайшее время в нашей группе. Обязательно покажите ее своим партнерам. Ну и надеюсь, что будут у нас новости для того, чтобы и в следующий понедельник у нас конференция состоялась. По крайней мере, мы для этого всегда работаем. Ну а пока что говорю всем до свидания, ненадолго с вами прощаюсь и ухожу выполнять обещанное, то есть работать над новыми интересными усовершенствованиями. Все, всем успехов, до скорых встреч!